Да, все мы живем в коридоре безопасности. Очень много цитрамона – плохо. Очень мало цитрамона – тоже плохо. Много пьем воды – плохо. Мало пьем воды – плохо. Мы все живем в коридоре безопасности. Вот такая вот философия. Мы вообще о человеческом организме знаем гораздо меньше, чем о космосе, поверьте. Вот, там уже все много нашли, а о человеке мы знаем очень мало. Ну, так забегая вперед, скажу, гормоны-то когда последние открыли гормоны? Мы все знаем о гормонах. Последние гормоны открыли, известны только в 70-е годы, вот 30 лет назад.